Всем привет, мои хорошие! У нас воскресенье, и по традиции воскресенье, когда мы дома, завтрак у нас готовит папа. Вот, пока папа накрывает на стол, я помыла свое лицо хорошенько. Так, знаете, у меня есть одна привычка. Я периодически распариваю лицо теплой водичкой и вот так вот ноготочками чищу верхний слой кожи. Знаете, много чего интересного слезает. И почистила и нанесла маску. Минут 15-20 так посижу, пока там папа будет готовить и убирать после нас, пока мы с детьми завтракаем. Точнее, пока я кормила детей завтраком. На завтрак у них сегодня была кукурузная каша, наконец-то. Наконец-то я нашла кукурузную крупу, не муку именно, а крупу в Мигросе. В отделе безглютеновых продуктов я мужу написала, он привез. Спасибо девочкам, кто делится такой информацией. Я в Фейсбуке увидела, кто-то поделился. Кукурузная каша и вареные половинки вареного яйца. Целые они не осели. Ой, мама снимает. Мама видео снимает. Вот. Погода. Так себе, на улицу, естественно, не выходим. 2 недели ровно карантина у нас. Дети 2 недели на прогулку не ходили. Ну, то, что там к тете ходили, то все, я это не считаю, потому что они на детские площадки гуляют, туда играть, бегать, с киськом, собачкам не ходили. Закатилась, подними сам, доставай. Ты уже большой парень. Большой парень ты уже у мамы. Что-то там у него под диван закатилось. Вот, мы тоже, естественно, дома, с каждым днем все больше и больше заболевших, инфицированных, точнее, не инфицированных, а выявленных. Я все-таки надеюсь, что... О, мамина солнышко. Трактор ты хочешь? Я все-таки надеюсь, что люди стали уже разумнее, уже не заражаются, просто те, которые уже инфицированы были, те выявляются. Сейчас, солнышко, а если ты хочешь трактор, будет тебе трактор. Только где он? Вот он, трактор. Любитель трактора. Сейчас скажет, не то, Привет, я трактор Боша. А тебя как зовут? Как тебя зовут, спрашивает. Здорово. Поехали, посмотрим, что интересного сегодня. Какая-то новая серия. Ладно, мои хорошие, закрываю. Всем хорошего настроения. Любите себя, берегите. Так, мои хорошие. Пока папа там развлекает детей, я протираю полы в детской комнате. Раз в неделю я отодвигаю обе кровати и протираю здесь обязательно. Раз в неделю это надо делать. А так влажная уборка у меня бывает каждый день. Каждый день быстро-быстро тряпочкой я прохожусь пополам. Не знаю, мне это не сложно. Эта кровать очень тяжелая, потому что здесь внизу вот... Ох, мой матрас тоже. Очень тяжело ее двигать. Надо папу попросить вообще-то. Теперь будем отодвигать вот эту кровать. Она тоже нелегкая, потому что в ней внутри... Внутри... Очень много детских вещей, одеяла всякие, игрушки, всякая-всякая-всякая там внутри. Ну, отодвигать обязательно надо, потому что сзади кровати бывает всякий мусор, который дети бросают сюда. Например, сейчас вот покажу, что у нас там. Звездочки. Ой, машинка. Вот один магнитик тоже есть. Так что обязательно нужно отодвигать. Без этого никак. Всем привет, мои хорошие. Сегодня у нас 2 недели, по-моему, карантина. И нужно было выехать по делам. Заодно я вам решила снять, что у нас происходит в городе. Как выглядят наши улицы, так и на самом деле пусто на улицах.
На самом деле, относительно того, как бывает в обычные дни, вне карантина, все-таки пусто. Машины есть, но народу нет. Машины стоят. Видите, все закрыто. А кафешки, заведения. Муросачикны, да? Уборку делают, открыто. Ресторан капалы, моим аркадашим ресторан бурасы. Капалылар. Direkt Alsancak'a gidiyorum ben. Tamam. Выехали к морю. Ой, такой некрасивый цвет моря почему-то. А, потому что всю ночь и утро был дождь. Ну, машины, в принципе, есть на улице. Народу особо нет. Все-таки народ придерживается карантина. Молодцы. Но у нас на районе почему-то, я смотрю из окна, такое ощущение, что только мы с детьми сидим дома. И я же слышу постоянно, двери лифта открываются, закрываются, разговоры в подъезде. Вышли, пришли, ушли. Кавказ? Корабль? Гемивак, я? Кавказ? Кавказ. 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 Я думала, Кавказ, а там В, блин. У них Кавказ пишется через Ф. Да. Все равно интересно. Но, видите, транспорт может есть все-таки. Вот общественный транспорт тоже есть. Трамвай вижу. Метро чалышью, мачева? Чок сефер сайса ас, herhalde diye biliyorum. Так, нет, как работает метро тоже. Автобус? Çok az kalkıyor yani. Çok az çalışıyor. Otobüs? Otobüs mü? Ha, onlar da çok az çalışıyor. Saat başı ama insanların hepsi almıyor. Yarısı. Anladım. Otobüsün yarısı doluyor yani. Автобусы тоже есть, работают мало. Автобусы вышли на работу. Всех, кто на остановке не берут, друг с другом садиться тоже запрещено, чтобы было расстояние, дистанция. Это очень даже хорошо. Если будут соблюдаться все эти правила, иншалла, мы быстро преодолеем этот вирус. Не будет у нас такого затяжного, я надеюсь. Но пока у нас количество зараженных только растет. Ну, скорее всего, в ближайшие недели оно будет расти, а потом пойдет на спад. Вот мы приехали в центр города. Вот теперь смотрите, здесь обычно такие пробки бывают, столько народу бывает, но все закрыто. Все закрыто, я просто пока не вижу ничего открытого. Там базар, но там вообще никого нет. Как видите, все-таки молодцы, люди придерживаются. Пустота вообще. Красивое свадебное платье. Жаль, уже замуж не выйдешь. Кстати, папа остался с детьми. Дети спали, я их уложила на дневной сон. И он остался с ними. Потом в конце я вам покажу на нашем районе. По-моему, гостиница. Динги, они даже очень хорошо закрывают, а вы нас раз гирдан чексен.
Kordon'u ben merak ediyorum. Şimdi Kordon'a bir gidelim de. Так. Ага, сейчас мы приехали на улицу. А, сокак капалы. Ага, вот смотрите, улица сама закрыта. Сосете. Lüks hayatın sokağı kapalı. Biz hep burada geziyoruz. Ne var? Burada hiçbir şey yok. Kafeler var. Ama zenginlerin yaşadığı sokak orası yani. Kafeler var işte. Kafeler de zengin sokak yani. Там говорит, ошибаются элита. Богатое общество. Не знаю, я там не заметил никакой элиты, никакого богатого общества. Мы там постоянно в кафешках сидели. Кывышет не бомбочь. Пустая эта улица, это о многом говорит. Молодцы, измерчане молодцы. Кордона geçelim, так кордона geçelim. Hasta olma kimse istemiyor artık. Это у нас набережная Алсанджака трясет, потому что видите, да, мы едем. Смотрите, детская площадка вся огорожена. Огорожены места для сидения, чтобы люди не садились. Кстати, старше 65 лет выходить у нас запрещено. По-моему, штраф свыше 3500 лир. О, дождь пошел. Заведения все закрыты, но, в принципе, этого и следовало ожидать. Эти все машины жителей этих домов. Здесь всегда бывает куча машин. Ну, нет, там пару человек есть, которые сидят. Никого не было, нет такого, конечно. Люди выходят, наверное, нет подышать, но я не думаю, что они издалека приехали, чтобы сюда вот в центр прийти подышать. Наверное, кто поблизости живет, выходит вот к морю подышать, я так думаю. Так хочется мне собачками гуляют. Ой, какой воздух! Какой воздух! Мои хорошие, зашла за зеленью. У меня зеленый лук закончился. Еще раз повторяю. В магазине, который вот рядом с домом, при входе вам дают сразу колонии. Это спиртовый такой, как сказать, что, типа одеколона нашего на спирту. Протираете ручки, меряете температуру. Раньше такого не было. Меряете температуру, и тогда уже только вы можете пройти в магазин и надеваете обязательно перчатки. Там же вам дают перчатки разовые. Вот, без этого всего никак вы не можете сделать покупку. Это хорошо. Сейчас я иду в другой магазин, который тоже рядом с домом. Там всего этого нет. Да, ну что делать?